имел смысл. Пока. Вирус не распространился как пожар по всему миру. Если вам повезет, вы получите автомобиль рано. Но если нет, вы станете одним из них. Зомби. Безмозглые существа, которые только и жаждут нашей плоти. Единственный способ выжить — ехать 100 миль в час. Ездить быстро. И жестко. Не останавливай стрельбу. И, возможно, вы найдете цивилизацию где-то здесь. Пушки, тачки, зомби. Ребята, всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки, и это у нас новенькая игра на моем канале Guns Cars Zombie. Да, то есть пушки, тачки, зомби, ребята, давайте посмотрим, что это за игра. Тут очень много всяких режимчиков, ребят, смотрите. Не открытых, да? Так, Chapter 1, Stage 8, Stage 10, ребята. Ну, я думаю, прикольно будет посмотреть, что это за игра. Я, в принципе, уже поиграл. Так, ну что, давайте перейдем, наверное, сразу. Так, так, сначала, наверное, машинки посмотрим все-таки. Ребят, смотрите, изначально у нас вот такая машиночка идет. Так, смотрите. Смотрите. Так, посмотреть на эту машиночку можно. К сожалению, у нас здесь русского языка нет. Но, в принципе, понять, разобраться, в принципе, можно. Ничего сложного здесь нет. Так, вот такая машинка у нас изначально, ребят. Смотри, какая-то прикольненькая точечка. Да, прикольно. Старенькая, правда. Но такая заряженная машинка. Расширители, смотрите, стоят какие огромные. Ой, а что это сзади у нас масло? Непонятно, непонятно. Прям шлепок какой-то. Масло у нас там. Очуметь, я в шоке. Так, понятно, да, вот такая машинка, ребят. Можно ее апгрейдить. Смотрите, вот, вот такой бампер, в принципе, нам доступен. Этот бампер стоит у нас... сколько у нас? Ну, медная шестереночка, она стоит одна штучка, да. И у нас она будет как бы изготавливаться 30 минут. Ребят, давайте поставим, поставим. Можно пропустить, потратив 5 золотых слитков. Давайте не будем ждать и потратим сразу, ребят, в принципе, да. Так, это у нас закрыто. Нужен третий уровень. Третий уровень. Так, ладно, бампер мы, допустим, поставили. Ребята, переходим к заднему бамперу, да. Так, передний бампер у нас есть, задний. О, смотрите, какая штука. Ха, прикол, приколюшенька. Так, давайте мы его тоже нацепим. В принципе, окей. Так, капот. Капотик у нас закрыт. Капотик у нас нет. Так, ну, какие детали у нас есть? В принципе, здесь... На них стоит восклицательный знак, такой желтенький, ромбический, в желтом ромбическом восклицательный знак, да? Так, ребят, ну чё, ух ты, ничего себе, на дверь, как это защита. Тут, конечно, можно посерьезнее же, но это все будет позже, ребят, так что обязательно подписывайтесь на канал. Чуть позже у нас будем апгрейдить тачку дальше. В принципе, можно будет даже поменять машиночку уже, но... А начинаем мы с, именно с этой тачки, ребят. Так, поставили. Окей, так, так, виндо. Это у нас крыша, но на крыше у нас ничего пока нет. А, подожди, это на стекла, что ли? Ничего себе. А, понятно. Ну, класс, класс, неплохо, неплохо. Так, wheels, колеса. Колеса, ребят, у нас второй уровень даже есть, ничего себе. Второй уровень добавляет шипики на центр. Класс, 12 медных шестеренок это все стоит. Так, окей, берем, ставим. Смотрите, какая у нас машиночка уже более-менее стала, да? Вообще красота. Так, прям идеальная тачка для, для давки зомбешек. Так, ребят, это что у нас? А, это цвет, да, зеленый. Ух ты, полицейский, что ли, типа? Ничего себесеньки. Ха, класс, это вот такси, что ли? Понятно, ребят, ну мне нравится полицейский вот этот вот. Полицейская красочка мне нравится. Так, ребят, пропускаем. Окей, все, у нас больше ничего нету, да?
Так, можно посмотреть. Смотрите, что у нас в итоге получилось. Вот такая заряженная машиночка, можно сказать, полицейская. Такая вся задрипанная, ржавая. Но главное, чтобы она ехала. Неважно, как она выглядит, чтобы... главное, чтобы она ехала. Так, ребят, ну прикольно, прикольно. Че, пора переходить нам, наверное, ну к пушечкам перейдем. Chapter Stage 2. Ребята, этот пулеметик у нас еще не открыт. Нужно пройти уровень 2, эпизод 1, уровень 2, да, то есть глава 1, часть 2. Так будем называть. Так, уровень 2. Переходим в квест. Квест, смотрим, что у нас тут. Hunter Play in Turret Mode. Turret Mode. Что? Что, ребята? Я так понимаю, нужно установить нам пушечку, чтобы получить два медных ключика у нас. Гачных ключиков, да, story. Режим истории, ребят, переходим. Так, чаптер 1, эпизод 1. Что у нас там? Вастленд. Какой-то Техас, ребят, получается, да? Уровень 2, стейдж 2, погнали. У нас в награду миниган М138. Так, прикольно. Эти машинки у нас закрыты пока. Их можно купить. Но там тоже свои замуты, ребят. Пока мы не можем это сделать, ребят. Ну что, оставляем нашу вот эту машиночку. Так, прикольно. Так, класс, ребята. Проехать 800 метров. Я думаю, это будет сделать несложно. Так, у нас... всего, сколько там, 16 ключей, что ли, было, типа 16 энергии, ребят, нам нужно давить, желательно давить зомбяшек, смотрите, просто обожаю давить зомбяшек, это класс, ребят, держи, давай, беги на меня, беги, мне ничего не страшно, ребят, у нас топливо заканчивается, ой, это что такое, ящик какой-то взял, так, топливо, ребята, заканчивается, господи, давай, они сейчас на меня нападут, нет, какашки напали. Так, ладно. Что в итоге? Weapon token. Жетон для пушки. Окей. И сколько мы проехали, ребята? Ребята, вроде задание должны были выполнить, да? В принципе, 800 метров должны были проехать. Я так полагаю. Так, ребят, есть, отлично. Три звезды. Story case. Reload, ребята. Максимальные ключи. У нас сохраняются. Здесь за место топлива, здесь, я так понял, у нас ключики, да, на прохождение. Энергия типа ключи. Так, ребят, продолжаем третий уровень, в принципе. Ого, boy weapon, ребят, можем купить, в принципе. Так. Купить бесплатно. Вот такой пулеметик у нас пока есть. Так, плюс амму, один амму, плюс одна защита. Ну, допустим, подожди. Можно было им немножко улучшить. У нас, в принципе, деньги есть, ребята. Ну чё, ладно, продолжаем. Третий уровень, ребят. Наша задача shoot down 5 зомби. Расстрелять 5 зомбяшек нам нужно. Так. Тысяч. А, это у нас патрончики, ребят. Я понял. Это у нас патроны. Да, хорошо, я готов, поехали. Где эти? Фу, ничего себе. Эй. Подожди. А чё, нельзя остановить? А нет, можно. Подожди. Опа, наша пушка перегрелась, ребята. У нее сейчас идет откат. Остывает, то есть, да? Low fuel, к сожалению, у нас топливо заканчивается. А чё это долго она остывает-то, господи? Эй, пулеметик, ну понятно, она самая бесплатная, первая халявная пушка, поэтому она и остывает очень медленно, ребята. Понятно. Так, давайте попробуем ее прокачать, эту пушку. Так, Ганс, переходим в стейдж 3 у нас пройден. А сколько всего? 7 у нас получается, да, всего? Thank you for playing. Спасибо, говорит, за игру. Так, за то, что вы с нами. Так, ребят, переходим в ганс. Пушечки, дамаг можно улучшать. Ребят, у нас есть, кстати, это у нас медные патроны, что ли.
понятно. 70 штук есть. В принципе, мы можем прокачать патроны, чтобы у нас максимальный урон увеличивался, ребята, да? Отлично, дамаг. Так, пока хватит. Так, вот эта вот тема вот вообще нормально, смотрите. Сброс максимально быстрое остывание нашего пулемета. Ее мы прокачаем до конца, ребят, максимально. Это очень полезная тема. Она нам пригодится. Ну, в принципе, дамаг тоже увеличим сейчас. Максимально тоже, ребят. Все. А, мы можем еще эволюционировать нашу пушечку. Улучшить ее. Я не знаю, есть смысл, нет смысла. Можно купить. Серебряные пушки. Так, это у нас золотые. Золотые же, за золотые жетончики уже дальше идут. И самая последняя чумовая пушка. На стейдж 4, на уровне 4 можно будет ее приобрести. Так, ребят, ладно, что есть, то есть. Пока оставляем. Так, купим-ка мы патроны. Так, эвольвы. Давайте-ка попробуем. Опенчист, кстати. Сундучок-то мы не открыли, похоже, да? 10 обычных сундуков. Что у нас в итоге? Open desert again. А, подождите. X10. Так, давайте еще разок попробуем. 10 золотых слитков потратим. В принципе. Пулеметик, weapon token у нас меду. Что-то тут, короче, из этого, из обычного сундука, ребят, у нас падают только медные плюшечки. Так, а нам что нужно? VIP-20 добавили. Ребят, а нам что нужно? Подождите, нам что нужно? Нам нужно именно медные монетки, нам и нужны. В принципе, есть. Хватает, ребят. Давайте эволюционируем на второй уровень эту пушечку. И что у нас происходит? Опаньки! Kill aim all. Так, я не знаю, внешне вроде не изменилось. Или изменилось? Чё-то я не понял. А чё это я не понял? Я зря прокачивал ту... Хотя нет, у нас есть возможность теперь ее прокачать дальше, кстати, да. То есть прокачка у нас сохранилась, но можем еще дальше ее теперь прокачать. Так, уже следующее улучшение на плюс 4. Уже серебряная эта штука стоит, у нас серебряный патрончик. Так, ребята, уже... Так, 5. Давайте прокачаем до конца, все-таки мне интересно, что будет. Максимально сейчас мы с вами доведем. Так, дамаг. А есть смысл улучшать пока дамаг? Я что-то думаю, что все-таки нет смысла пока улучшать дамаг, ребят. Так как у нас начало и зомбешки, в принципе, они слабенькие пока. И, наверное, нет смысла даже прокачать пока максимально пушку. Но мы... Ну, мы прокачаем, ребят. Ребят, эволюционировать еще 12 нам нужно. Легендарная лутбокс. Так, открыть. Бесплатно. Эй, всего лишь один. Вы что, издеваетесь? Опаньки, машиночка. На медную улучшение. Так, это у нас ключик, ребята. Что там еще? Шестереночка. Ну-ка, давайте еще один потратим. Ага. А, это пуля обмотанная. Чем обмотанная, я не знаю. Пружиной, что ли, амортизатором, ребята, а? Рессорами, пружинкой, короче, обмотано. Что-то непонятно, зачем так сделано. Нам все равно не хватает. Можем, в принципе, знаете, как сделать. Специал оффер. Там серебряная. Нам это все не нужно. Вот здесь. Вот именно вот в обычном ящике у нас падают эти штуки. Так. Всего лишь один патрон. А что нам нужно? Я уже забыл. Ладно. Еще разок откроем и все, ребят. Валим, короче, на поединок. Будем проходить историю дальше. Так, что у нас в итоге-то? Випоинт, спасибочки. Так, что у нас в итоге, ребят? Пушка. 12, у нас 3 штуки есть. Еще нужно 9 штук обычных жетонов, медных жетонов для пушки, ребят. Окей, ладно, оставим пока как есть. В принципе, у нас уровень 2 есть, пушечки, да? Хантер, охота. Погнали. Так, убить 7 зомбяшек,
Activate Rage. Rage, что активировать? Я не понял, что-то активировать нужно один раз. Rage какой-то. Ладно, погнали, ребята. Сейчас мы будем расстреливать зомбишек. Опаньки, зомбис активейт. Ага, вот оно что. Что-то нужно активировать. Давай, давай, давай. Смотрите, пушка как фигачит просто. Я не знаю, у меня просто других слов нет. Не могу других слов подобрать. Просто реально фигачит просто по зомбишкам. Ха! Ого, 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 ого. Она сама активируется автоматически. Вы это видели? Смотрите, в принципе, у нас... топливо, отлично, смотри, топливо попалось. Так, ребят, у нас пушка, в принципе, откатывается, остывает быстрее. Но топлива все равно не хватает. Давай, ускорялка срабатывает. Бам-бам-бам, мы даже успели второй раз. Второй раз активировать. На-на-на-на, есть. Все, шарпшут. Эй, какашки, нет. Не нападайте, иначе сейчас я пулеметик. Сейчас я автомат вытащу из кармана. Да-да, у этого чувачка огромный карман, и там помещается автомат. Не удивляйтесь. Так, ребят, что у нас в итоге? Так, токен. Медный жетончик на пушку, в принципе, он нам нужен. Да, нужен. Completed Gold 3 Sprint. Улучшение на патрончик у нас есть. Story Case. Ключик. Понятно, опять у нас максимальный запас, так сказать, энергии, ключей, да, то есть продолжаем дальше. Ньюф мода Таррет. Так, ребята, что это у нас? Серебряная какая-то штучка, серебряная. Ага, что-то у нас открылось, смотрите. Ха. Давайте сюда заглянем, мне интересно, что это за ерунда такая. Так, no car needed. No car needed. Ну, без тачки, что ли, здесь нужно ходить? Идти, я не знаю. Ребят, давайте пробуем. Так, здесь вот tasks for rewards complete. Короче, target zone. Что-то убить 35 зомби, убить 70 зомби. Ага, x4 обычных ящика еще дадут. Если убью 35 зомби, 2 ящика. Если убью еще 35, то 70. Уа-а-а! Ничего себе! О боже. О боже. О боже, ребята, стоп. Бам-б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 ам. Я не знаю. Ой-ой-ой, кажется, я... Кажется... Ой-ой-ой, вот здесь у нас управление. Ребят, кажется, я там пропустил одну тетеньку. Ну ладно, бог с тобой. Так, а вот это что у нас? Перезагрузка, что ли? А, то есть не перезагрузка, а этот... Ребят, короче... Да что ты будешь делать? Не совсем удобно, конечно. Здесь нужно с настройками немножко поиграться. Не, ну интересная тема. Смотрите, иду просто расстреливаю чуваков зомбешка. В основном какие-то бабы-зомби. Че они тут потеряли? Непонятно, ребят. Так. О, там толпа просто. Давай, давай по бочке. Ух ты, сработал, ничего себе. Он же и так вроде горел, а почему не взрывался, ребята? Так, 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 все. Перезарядка пошла. Отлично, 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 ребята. 21 зомби я уничтожил. Так, а что у нас там с топливом? Что у нас вообще? Вон, смотрите, глаза светятся у чувачков. Значит, нужно туда стрелять, ребята. Так, 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 так. В толпу просто куча патронов. Вон полицейская машинка стоит. Давайте попробуем ее взорвать. Хотя, наверное, не взорвется. Нет, я только патроны зря потрачу, и у нас перезарядка пойдет. Так, это нам не нужно, это нам не нужно. Так, подожди, подожди, и что? Давайте перезагрузим, ой, перезарядку. Что за перезагрузка? Ребята, что-то я не понял, а что-то автобус стоит. На-на-на-на! Бам-б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 ам. Зря я так делаю, ребят, дайте перезарядку. Так... Ну, я вас видел, я вас видел. Во, бочка там. Ха! Бамс, вот это да. Вот это в щепке просто. Отлично, вон там вот кто-то валяется. Нет, по нему не проходит урон, так как он уже бесполезен. Так, ребят, что-то 35 уничтожил, это хорошо. Еще 35 сейчас доведем с вами. И... Ой, подожди, 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 там чувачки что-то греются, я им должен помочь немножко. Костерчик нужно этот увеличить, да, радиус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, а где финиш? А
Где финиш? Дайте нафиг. О, тут впереди еще толпа. Обожаю зомбяшек, обожаю зомбяшек. Обожаю зомбяшек. Смотрите, тут на шоссе куча машин, реально куча машин стоит. Смотрите, причем они все уже гнилые, все кровавые, что ли. Непонятно, ребят. Короче, жесть, что тут произошло, наверное. Это просто кошмар какой-то. Что здесь происходило? Понятия не имею, но... Что-то очень страшное и ужасное, ребят. 51 пока есть. Ой, я тебя вижу. На-на-на-на. Так, ребят, перезагрузка, давайте сейчас. А, это мусоровоз? Нет, это лесовоз, похоже. Смотрите, это, по-моему, деревья, что ли. Причем какие-то огромные березы, что ли. Непонятно, ребят. Либо мусоровоз. Нет, все-таки деревья. Ха, прикол. Лесовоз, ребята, лесовозы. Тут одни лесовозы и автобусы. Слушай, а если по башке, поскольку урона, то это, в принципе, не важно, куда стрелять, ребята. В принципе, урончик у нас одинаково. Что в тело, что по башке, у них одинаково проходит урончик, да? Ну-ка, посторонись, дайте мне бочку подогреть немножко. Отлично, ага. Ребята, еще 7 зомбешек остается у нас, чтобы довести до конца на 4 обычных сумки. Я не понял. А, это зеркало, что ли? Я думал, зомбешка там вдалеке ползет. Так, ребят, стоп. Перезарядка. Что-то я не понял. Тут зомбешки же другие, что ли, пошли? Немножко посерьезнее? Или нет? Или мне кажется? Ну, мы перезарядочку пустим пока. Что-то, ребята, мне кажется, пахнет жареным. Что-то будет, наверное... Сейчас что-то будет серьезно. Ой. Вот. На. Они в лесу. Господи, я, кажется, дошел уже. Еще двоих где-нибудь найти. Вот один. И последний. Есть. Ребят, комплит. Вот это жесть. Вот это режимчик, ребята. Просто бомба. Ребят, кому интересно, короче, скачивайте эту игру. Guns Cars Zombie, ребята, они называются. То есть, пушки, тачки, зомби. Обязательно поиграйте, попробуйте. Очень даже прикольная игра. Практически как на ПКшечку, да? Вообще здоровски. Так, тетя Мотя, ну-ка, кыш. Все, почти я дошел до пункта назначения. Так, вы что тут делаете? Подожди. Все? Ребят, я доехал. Я не удивлюсь, если сейчас на меня выпрыгнет какой-нибудь огромный монстр-зомби. Это будет вообще неудивительно. Причем, если он нападет сзади. Да, я это сделал, ребята. Всю награду забираем всю награду. В итоге у нас 6 обычных сундуков. Сейчас там медных плюшек нам нападает. Это просто капец. Забрать 2 медных ключа гаечных. Так, допустим, мы забрали. Так, следующее задание. Open 10 loot boxes. Ребята, открыть 10 обычных сундуков, я так понял. 10 обычных сундуков. Open all. Открыть все. Ребят, у нас 6 наличия пока есть. И что? И все? Или это у нас 6 наград было? Что-то я не понял, ребят. Что-то я не понял. Не совсем... Так, ребят, ну ладно, давайте еще 10 слитков потратим. Откроем, что там у нас. А, вот, смотрите, короче, в итоге 10 наград из этого сундука падает, да? То есть x10, то есть 10 наград может выпасть что-то из этих. Либо по 5 штук что-то, 2 детали, либо по одной штучке где-то 2. Короче, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так и получается, ребят, да, в принципе, смотрите. 4 шестеренки. 2 патрона, то есть уже 6, 2 жетона на пулеметик, 8, да? 1 ключ, 9, и 1 жетон на тачку, 10. Ну, в принципе, я понял, окей. Все понятно, в принципе, ребята. Так, ну что, ребят, наверное, пока остановимся. Вот такой сегодня был безумный просто выпуск, безумная игра. Обязательно ее скачивайте, играйте. Очень даже интересно, ребят, тут еще есть режим онлайн.
Смотрите, он откроется на уровне 8, то есть эпизод 1 уровень 8, он откроется Play Online. Что за режим? Ну, дойдем мы до этого тоже. Дойдем до этого режимчик, ребят. Будет очень даже здоровски. Так, здесь у нас что еще? Что еще? Что еще? Ну и Infected Tunnel, Chapter 1, Stage 9. Эпизод 1, уровень 9. Пройдем, и откроется следующий вот режимчик, связанный с пулеметиком, вот который у нас последний был. Так что, ребят, так и пирожочки. Если вам интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Да, и сегодня у нас еще выйдет... Подождите. Еще выйдет. Выпуск выйдет по игре еще Hill Climb Racing, вторая часть. Тоже не пропустите. Примерно в 4 часа дня. Загляните на канал и посмотрите. На этом все. Всем удачи и до новых встреч. Будем продолжать играть в эту игру дальше. Очень даже крутая игра. Всем пока-пока.